touches the ground, but it is not the end of the Sukhoi performance today. At 3:37 you will see the demonstration flight by the Sukhoi 30 MKE performed by Vyacheslav Averyanov. Subsonic aircraft M-55 Geophysica, developed at the experimental machine construction plant named after Mesishchev. Сейчас вы увидите взлет самолета с уверенным набором высоты. Самолет пилотирует герой России, заслуженный летчик-испытатель Олег Щепетков. Now we are seeing the aircraft taking off. And... the aircraft is piloted by Олег Щепетков, hero of Russia and American test pilot. Научившись летать, высотник М-55 продолжил серию мировых рекордов, завоеванных своим старшим братом. Рабочие и специалисты летных служб создали самолет, который за последние годы облетел практически весь земной шар. The motto of all experts of Mesishchev Design Bureau are the words of the general designer. В небе М-55, герой России Олег Щепетков. M-55 in the sky, hero of Russia, Oleg Щепетков. Превращенный в международную научно-исследовательскую платформу, самолет М-55 «Геофизика» побывал в финском городе Раваниеми, откуда долетел до новой земли Шпицбергена и до прибрежных вод Гренландии, проводя исследования состояния атмосферы и озонового слоя на высотах от 9 до 21 километра, выполняя при этом так называемые нырки, делая исследовательские срезы. It visited a Finnish town of Rovaniemi, and from there it flew to the new land, Spitsbergen, and to the shore of Greenland, sampling the atmospheric air and the Ушуанья. Самолет пересекал пролив Дрейка, море Беренсгаузена, исследовал состояние атмосферы и озоновую дыру над материковой частью Антарктиды. Before any research, выполняет посадку самолет М-55 «Геофизика», который пилотирует герой России, заслуженный летчик-испытатель Олег Щепетков. M-55 Geophysica is landing. It is piloted by a hero of Russia, merited test pilot of Russia, Oleg. Australia. Early this year, the aircraft took part. Дорогие участники и гости авиасалона!